Место действия – Бендеры, мемориальный комплекс. Именно отсюда начал свой визит Святейший. Здесь патриарх благословил встречающих его, а затем отправился в столицу. В храме Рождества Христова главу Русской Православной Церкви уже ждали верующие со всего Приднестровья. После молебна Святейший обратился к присутствующим. Я выражаю чувство особой радости в связи с тем, что наконец-то осуществилось желание моего сердца посетить эту Приднестровскую землю, где живут православные люди разных национальностей, где они трудятся, где созидают мирную жизнь. Затем патриарх Кирилл отправился к Свято-Веденскому Пахомиеву женскому монастырю, где помолился с приднестровцами, благословил всех присутствующих и освятил кресты и иконы. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. После посещения обители патриарх выступил на главной площади страны перед тысячами верующих со всего Приднестровья. И потому как патриарх сия Руси, я молюсь за всех вас. Для меня не существует границ. Для меня не существует политических противоречий. Для меня не существует правых и неправых. Далее патриарх Кирилл отправился в Кисканский монастырь, которому подарил икону преподобного Серафима Саровского. Здесь он также выступил с обращением к верующим. Я радуюсь возможности всех вас видеть. После этого Святейший в часовне в честь чудотворной иконы Божьей Матери Новонямецкой провел литию. И в завершении своего визита патриарх Кирилл посетил церковь Александра Невского в Бендерской крепости, где провел обряд освящения бюста святого воителя. Анастасия Чернетинская, Александра Комплеева, Первый Приднестровский.